Всем привет! Сегодня мы снова будем рисовать в моем скетчбуке. Тут у меня такие рисунки. Я его завела давно, но рисовала в нем очень мало. Поэтому будем это исправлять. Это наш прошлый рисунок. Теперь мы начнем рисовать. Будем мы рисовать вот такой вот рисунок, тоже смайл, эмоджи, девочки в хиджабе, но уже не такая, как другая. Давайте начнем. То, что я буду обводить, вам все равно, наверное, плохо будет видно, поэтому я нарисую, обведу, а потом вам покажу результат. И вот такой вот шаблон у нас получился. Сегодня мы будем разукрашивать ее фломастерами. Вот. И еще я могу, наверное, использовать вот эти. Они рисуют более толсто, а они как рисуют ручки. Белые вот эти. Начнем с ее глаз. Для глаз мы будем использовать оттенки темно-зеленых цветов. Наверное, вот этот. 43-й. Открываем фломастер. И начинаем разукрашивать ее зрачки. А серединка у нас, как всегда, будет черной. Такие вот красивые глаза у нас получились. Теперь давайте перейдем к бровям. Так, брови у нас будут коричневые, цвет темнее. Пройдемся сверху еще раз. Вот этот цвет подходящий. А то он слишком бордовый был. Для губ мы возьмем бежевый оттенок. Так, вот этот. А сверху, наверное, можно розовым. По-моему, тут розовый будет слишком яркий. Давайте попробуем вот этот цвет. Такие вот губы у нас получились. Теперь перейдем к платку. Платок у нас будет цвет. Давайте попробуем вот этот и вот этот. Этот для самого платка, а это для теней. Так, начнем. Начинаем делать тени платка. Так, давайте начнем делать корону. Корона у нас цветом будет серого, и там будут еще с серебряной ручкой я сделаю блесточки. Корона дорисована. Теперь вот такой вот серебряной ручкой я начну рисовать блестки на короне. Так вот у нас получается. Рисунок у нас дорисован. Вот красота у нас получилась.
Всем пока-пока. До новых встреч.